и закончилась новым ничьей. Хороший перепас по зоне соперника. И все-таки гол не в большинстве так равных составах. Телегин попадает в объятия партнеров. Вот то самое звено, где Якупов, Куликов и Телегин. Оно забрасывает свою вторую шайбу. Сначала смотрим за изящной обводкой Якупова. Убрал одного соперника, проскочил мимо второго по тормозам. Подключает защитника, получает обратный пас. Опять на защитника и...